В России построили 20 мобильных крематориев для сжигания на границе санкционных продуктов. Одна такая машина обошлась бюджету России в 6 миллионов рублей. Это более 2 миллионов гривен. В городе Кириши закончились испытания новых портативных установок. Об этом сообщает Радио Свобода. В этих крематориях температура достигает 500 градусов. Конструкторы обещают, от запрещенных деликатесов останется только запах. Вот конкретно эта машина поедет на пункт пропуска Забайкальск. Это российско-китайская граница. Вот сюда заезжают отходы. Вот мы с вами как бы работаем уже на границе. Открываем. И забрасываем. Туда может поместиться головка сыра, нога поросенка, какой-нибудь плохой человек. Ну, я шучу, конечно.